Соболева и Георгия Джики. Ну вот Георгий Джики хорошо играет, блин, там жалко гол отменили. Александр Соболев вкатывается в игру, пока только катится. Привез два гола, по факту. Один забили, второй нет. Но, мне кажется, его тренер неправильно использует. Да. Если что, Антон Васильевич Соснин его возьмет, объяснит, что стоп должен играть вот там, ближе к чужой 11-метровой. Ну, прикол, он атаки разгоняет 2 метра. Ну, Соболев не так быстро бегает, братан, чтобы атаки разгонять, он по флангу носит. Если хочет, мы сейчас его подтянем. Будет у нас там с Кожухарем два высоких, Володя XXL на подхвате. Не, ему на ворота надо. Ну, хотя бы титул хоть один возьмет, если пробка будет. Пусть думает, вместо того, чтобы гнать на нас. А он уже выиграл чемпионат Кубок России, нет? Ну, второй титул. А, ну, у нас-то лига. Не, ну, то это кубок. Что такое кубок вообще? Мы поэтому на МКС сильно и не потели. Мы в полуфинале его забрали, понял? Как думаете, Соболев будет сегодня на матче? На нашем? Да. Ну, я думаю, да, тут через дорогу перейти. Но если уж тут Диму впадло будет, тогда, наверное, он реально от медийного футбола подустал. Ну, тогда по эмикам надо сниматься. Я бы на его месте вообще забыл про этот медиафутбол. Пацаны такие бабки получают вообще. Я бы никогда в жизни футболом не интересовался. Вот они дают, я же с них вообще пикею. Я после матча бы билет взял бы, куда-нибудь на Мальдивы бы снедал и вернулся через неделю к следующей игре. Я бы вот так делал. Пойдем.